Пропустить празднование Дня Победы невозможно. Столько всего интересного в этот день происходит в городе, что хочется везде успеть. И мы вам в этом поможем. Куда пойти, чем заняться в Сарое 9 мая? Самые интересные варианты в нашем праздничном выпуске рубрики «Афиша». Начнется праздник в 9 утра на площади Ленина с торжественного митинга, посвященного 73-й годовщине Великой Победы. Далее там же стартует молодежная акция «Одна минута ценой в 10 жизней» и выездка конно-спортивного клуба «Саров». Далее стартует парад ретро-техники, который будет двигаться по проспекту Ленина, а за ним следом парадом пройдут военнослужащие воинской части 3274 и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Ближе к 10 утра начнется шествие колонны трудовых коллективов, жителей города и участников акции «Бессмертный полк» для возложения цветов к обелиску «Вечный огонь». В 11 утра на площади Ленина стартует традиционная юбилейная 70-я легкоатлетическая эстафета, а по ее завершению начнется праздничный концерт «И помнит мир спасенный» с участием лауреата международных конкурсов солиста Нижегородского театра оперы и балета Владимира Соловьева и творческих коллективов города. Продолжится праздник в парке культуры и отдыха имени Зернова. С 14 часов начнет работать творческая мастерская для детей и родителей «Живет победа в поколениях». В 3 часа дня стартует концертная программа «Спасибо за счастливое детство», а в 16:00 историко-патриотический квест на Берлин. А еще не пропустите танцевальную программу в 6 часов вечера после войны, караоке «Песни военных лет» и показ фильма «Зеленые цепочки» в 21 час на танцевальной площадке парка. Закончится праздник в 22:30 праздничным фейерверком, который пустят с нового моста. Проводите праздник с пользой и хорошим настроением!